Это умение красиво дружить, сплетаться, дружить и любить. И нить, вот это вот дружнички тема. Это умение жить так, чтобы тебе было хорошо и людям. Это истина общинного уровня. Жить в полном согласии со своими родственниками, соседями, с друзьями и со случайными прохожими. Вот это истина и нить. Качество это называется интригующее. Итак, игривое, истинное, интригующее. Когда в тебе вот это качество и нить есть, ты способна станцеваться. Вот Иван Царевич проводит очень много молодецких забав, русских народных танцев, игр. И вот я иногда танцую, и вот так вот ты крутишь девушку, она крутится. А иногда крутишь девушку, она нифига не крутится. Тебя еще крутануть. Понимаешь? И потом эти женщины удивляются, что-то я не могу нормального мужика найти. А ты научись отдаваться. Понимаешь, тебя крутят, а ты крутись. Женское счастье какое? Каждая женщина мечтает быть раскручена по полной. Вот. А для этого ты должна научиться крутиться. Когда приходит настоящий богатырь и раскрутит тебя по полной, и ты как юла по жизни, вот оно, величайшее счастье, крутись как хочешь, вот. Крутит сверху колом, и ты крутишься. И вот эта вот счастливая женщина, которая пришел мужик и тебе накрутил три царства. Медное, серебряное, золотое. Медное, серебряное, золотое. Понимаешь? А для этого надо уметь крутиться, стать равносторонней. Это и есть качество и нить. Видишь, а мужик, вот он тебя крутит. Палочка. Сверху вниз.